На 86-м году ушел из жизни русский поэт, переводчик, эссеист, прозаик, мемуарист Анатолий Найман. Об этом сообщила его приемная дочь, журналистка и литературный критик Анна Наринская на своей странице в Facebook. В январе стало известно о госпитализации поэта с обширным инсультом. Мужчине стало плохо во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в ВШЭ. Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. В 1959 году познакомился с Анной Ахматовой. С 1963 года ее соавтор по переводам «Леопарди» и «Литературный секретарь». Книга Наймана «Рассказы о Анне Ахматовой» 1989 стала событием позднесоветского времени. Он известен как автор сборника стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу» и других произведений. В автобиографической прозе Наймана, опубликованной в постсоветский период, много места уделено ленинградской поэтической культуре советского времени и друзьям поэтической молодости писателя. Найман также прославился многочисленными переводами средневековой французской и провансальской поэзии.